Завершился ремонт здания Люберецкого психоневрологического диспансера. Медицинское учреждение, которое входит в состав Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева, давно нуждалось в капитальном ремонте. Тему продолжит наш корреспондент. Здесь полностью заменили полы и инженерные коммуникации, провели отделку стен и потолков. Отремонтированные кабинеты укомплектовали мебелью и оргтехникой, необходимой для приема пациентов. Такого масштабного ремонта в здании, построенном 95 лет назад, не было никогда. Последние 30 лет оно было в плачевном состоянии. Вот здесь располагался стационар психоневрологический. И, естественно, очень долго не было не то что капитального ремонта, но не было даже косметического ремонта. И вот долгожданный ремонт, он начался в феврале прошлого года и закончился совсем недавно. Закончился он в апреле этого года. Теперь в структуру медицинского учреждения входит диспансерное отделение с приемом взрослых и детей, дневной стационар на 25 коек, кабинет психиатрического освидетельствования. Для работы врачей и пребывания пациентов созданы комфортные условия. Время требует изменений, и хорошо, что средства были направлены так быстро, в сроки, качественно был произведен ремонт. Коллектив очень доволен, гораздо приятнее работать в новом современном учреждении, конечно же, на новом оборудовании. Поэтому коллективу желаю только позитива, чтобы оказывали профессионально помощь нашим жителям и нашим гостям. Люберецкий психоневрологический диспансер обслуживает жителей городских округов Люберцы, Дзержинский и Котельники. Всего на учете в медучреждении состоят более 8 тысяч человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.